У пришедших на открытие нового магазина «Сало» была возможность оценить вкус и качество мясных деликатесов, дегустация, после которой было сложно удержаться от покупки. Магазин «Сало» предлагает своим покупателям ассортимент мясных деликатесов и полуфабрикатов от одного из ведущих производителей Удмуртии – компании «Восточный». Компания занимается производством полного цикла – от убоя до переработки. «Восточный» включает в себя 3 свинокомплекса, 4 агрокомплекса, 3 мясокомбината и собственную фирменную сеть, которая в нашем городе представлена магазинами «Сало». Продукция очень вкусная и уже пользуется успехом. Мы предлагаем жителям нашего города колбасы вареные, ветчины, варено-копченые деликатесы, шейка, бекон, грудинка. А также в продаже имеются котлеты, пельмени, печень, рагу, тушенка и многое другое. О качестве говорит срок хранения продукции. В среднем он составляет от 15 до 20 дней, что свидетельствует об отсутствии консервантов и гарантирует свежесть. При всем этом немаловажный фактор – доступность цен. Компания «Восточный» производит мясную продукцию исключительно из собственного сырья, а это не только гарантирует качество, но и помогает сохранить приемлемый уровень цен. Очень часто у нас будут проводиться акции. На сегодняшний день акция на пельмени 100 рублей за 800 грамм. Деликатесы карбонат, шейка, бекон, грудинка 380 рублей за килограмм. Тушенка 75 рублей за штуку. В свете грядущих праздников сеть магазинов «Сало» может помочь вам украсить стол качественными, натуральными и вкусными мясными деликатесами и предлагает новинку – молочных поросят к новогоднему столу. Хотя устроить гастрономический праздник можно в любой день. Для этого посетите магазин «Сало» по адресу улица Ленина, 36, вход с торца дома. Либо наведайтесь на западный рынок «Новые ряды» со стороны улицы Ленина, бутик номер 3. Время работы с 10 утра до 7 вечера, без перерывов и выходных.